Сегодня у Маши необычный день. Девочка припарковала свой пикап на краю участка, чтобы освободить место перед домом для машин, на которых приедут ее друзья, чтобы поздравить Машу с днем рождения. Но не все друзья могут приехать к Маше в гости. Поэтому с самого утра она не отпускает телефон из рук, принимая поздравления. А вот приехала первая машина. Маша выскочила на балкон, чтобы посмотреть, кто же там. Это оказался Дина с фотоаппаратом. Медвежонок-панда хотел поздравить Машу раньше всех. Поэтому он приехал в кондитерскую Мисс Кэти, как только она открылась, чтобы купить праздничных угощений. «Привет, Кэти! У тебя есть именинный пирог?» – спросил Мишка. «Есть торт. А еще я могу предложить тебе воздушные шары». Панда выбрал для Маши розовый торт и розовый шарик. Мисс Кэти пожелала панде приятного чаепития и отправилась надувать новый шарик. Пока, Кэти! Пока, панда! Передавай мои поздравления Маше! Медвежонок-панда успел приехать первым. А вот и второй гость. Это кролик. Кролик работает в автосалоне. Он продает автомобили. Маша и ее друзья покупают машины у кролика. Перед тем, как вручить девочке подарок, кролик предупредил Машу, чтобы она была с ним очень аккуратна. Интересно, какой подарок приготовил кролик? Это мощный и быстрый мотоцикл! Маша в восторге! Еще гости! Интересно, что за девочка приехала на большом красном джипе? Это Машина сестра. Ее зовут Алена. Она спросила: «Помнишь, как вы с пандой застряли в луже?» «Конечно, помним», — сказал панда. У Маши простая резина, а у Алены грязевая. С такими колесами машина не застрянет, поэтому Алена подарила Маше комплект таких же колес. К
Кажется, едет еще один гость. Это же ежик. Ежик тоже приготовил подарок. Это электросамокат. Маша будет ездить на нем за хлебом в магазин. А вот и приехал Нолик. Странная крыша у него на машине, подумали ребята. Это не крыша, а футбольные ворота, сказал Нолик, которые я дарю Маше. Свинка Пеппа тоже приехала поздравить Машу. Пеппа подарила Маше мяч, которого так не хватало для футбольных ворот. Остальные мультгерои не смогли приехать, потому что заняты на съемках новых мультфильмов. Маша собрала друзей и рассказала им, что Мишу укусила пчела прямо в ногу. Он даже лечил лапу целебной грязью. Но она до сих пор болит, поэтому Миша не пришел. Тогда друзья решили отправиться к Мише и угостить его праздничным тортом. Понравился мультик? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал Monkey Too. После дня рождения Маша позвонила в сервис Кролику, чтобы договориться об установке новых колес и дуг на бампер и крышу. Кролик сказал девочке приехать завтра утром и прокачать ее тачку по полной. А Мишка Панда вызвался помочь Маше загрузить новые колеса в кузов ее пикапа. Встретив Мишку, Маша предложила ему съездить завтра к Кролику вместе. А сегодня посмотреть мультики и съесть торт. Но Панда сказал, что у него есть занятие куда интересней. Мишка посоветовал девочке заглянуть в багажник и посмотреть, что он привез. Машу охватило любопытство. Что же там в багажнике? Мишка тоже купил себе грязевые колеса. Маша очень обрадовалась Мишкиному приобретению. Теперь они вместе смогут ездить по грязи.
Девочка предложила попробовать установить колеса самим. «Неплохая идея», — сказал панда. «Ну, нам понадобится домкрат, сварочный аппарат и бревно». Маша отправилась искать домкрат и аппарат в кладовке. «Это домкрат. Он нужен, чтобы приподнять тяжелую машину. Новые колеса шире и больше в диаметре, поэтому придется поработать с ходовой частью. В этом поможет сварочный аппарат. Бревно необходимо для безопасности, чтобы подпереть машину. Чтобы домкрат поднял машину, надо вращать его ручку». А Маша с удовольствием наблюдает за Мишкиной работой. Когда машина поднята, под нее надо затолкать бревно, чтобы машина не упала и не придавила панду, когда он будет работать под ней. Время снимать старые колеса. Мишка предложил Маше самой открутить болты с колес. Девочке понравилась эта идея. Старые колеса можно убрать, они пока не пригодятся. Теперь предстоят сварочные работы. Во время сварки появляются яркие вспышки, на которые смотреть вредно для глаз. Поэтому панда будет работать в специальной маске, а Маша просто повернется спиной. Маша предложила прерваться на обед. Но панда настоял на том, чтобы выпить чаю с тортом и продолжить. Девочка пошла за чаем, а Мишка пока установит передние колеса. Чай готов, колеса тоже. Маша приготовила вкусный торт. А Мишка похвастался, каким большим стал дорожный просвет под его машиной. Пока ребята пили чай, они вспоминали, как у Мишкиного внедорожника забились колесные арки, когда он с Машей катался по грязи. Но теперь эта проблема решена. Допив чай, ребята продолжили работать. Все готово, но эти колеса шире прежних и будут закидывать грязь прямо в окно. Поэтому панда купил специальные подкрыльники для своего Мерседеса. Ребята очень довольны своей работой. Теперь не страшно ездить по грязи и снегу. Вчера Маша и Мишка-панда поставили новые колеса на Мишкин Гелендваген. А сегодня ребята собрались к ролику в автосервис, чтобы прокачать Машин пикап. Маша спросила Мишку, нужна ли ему помощь. Но панда сказал, что он сильный и справится сам. А
А Маша тем временем представляет, какой же станет ее машина после того, как на нее установят грязевые колеса и дуги. Осталось погрузить одно колесо. Пока Маша собирается, Мишка любуется своим джипом на новых колесах. Маша сказала, что можно ехать. А Мишка представлял, как они с Машей будут гонять по грязи и снегу. Кролик контролировал разгрузку новых машин. Привет, ребята! Молодцы, что не опоздали. Привет, кролик! Мы рано встаем. Прежде чем заехать в гараж, тебе нужно выбрать цвет дуг для пикапа. Выбор стоял между голубым и малиновым цветом. Это что ли Супермен? Удивился панда. У Маши было два любимых цвета: малиновый как плащ и коричневый как машина. Поэтому Маша, не раздумывая, выбрала малиновый. А еще Маше стало интересно, почему Супермен работает у кролика в автосервисе. Кролик ответил, что злодеев Супермен ловит ночью, а днем, пока все тихо, управляет вилочным погрузчиком. Маша захотела поставить дополнительные фонари на крышу, но у кролика их не оказалось. Поэтому он дал прокатный автомобиль, чтобы ребята съездили в магазин и купили фары. Маше было очень интересно, что же происходит с ее пикапом. Она забралась повыше, чтобы поглядеть в окошко. Работники сняли передние колеса и бампер. Мишка сказал, что если Маша будет смотреть, никакого сюрприза не получится. Пока Маша ходила в магазин, Мишка выбросил мусор из машины в контейнер. Машина была практически готова. Поэтому кролик ждал Машу возле ворот. Кролик сказал, что через 10 минут все будет готово.
Маша зажмурила глаза, чтобы получился сюрприз. А в качестве подарка кролик прокачал звук. И теперь музыка будет работать лучше и громче. Понравился мультик? Тогда не забудь поставить лайк и подписаться на канал Monkey Too. Также на канале Monkey Too смотри мультфильмы, видео с детьми, презентации игрушек, видео про машины, самолеты, поезда, познавательное видео про животных, уроки рисования «Кубик расскажет».